Одинцовские единороссы открыли традиционный турнир по мини-футболу среди воспитанников коррекционных школ и школ для детей с ограниченными возможностями здоровья Одинцовского округа. Партийцы поддержали мероприятие в рамках реализации партийных проектов «Единая страна. Доступная среда» и «Детский спорт». Состязания проводились в двух возрастных группах – от 10 до 14 лет и от 15 до 17. Школы были представлены двумя командами в каждой группе. Всего в соревнованиях приняли участие 50 человек.